В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам об относительно рискованном, но довольно прибыльном инвестиционном проекте, который имеет крайне простой механизм работы. Данный проект называется 100xCoin и состоит он по сути из всего одного токена. Для заработка на 100xCoin вам не потребуется отправлять токены в стейкинг, заниматься фармингом и так далее, а нужно будет просто купить токены 100xCoin на децентрализированной бирже и хранить их в своем кошельке, получая прибыль от роста цены токенов. А расти они должны будут постоянно, не только за счет стандартных механик рынка, таких как спрос и предложение, но больше за счет механизма дефляции, который заложен в основе смарт-контракта токена 100xCoin. Суть механизма дефляции тут заключается в так называемом налоге. Дело в том, что при каждой транзакции токена с пользователя, помимо платы за газ, взимается еще и дополнительная комиссия с самими токенами 100xCoin в размере 7%. Выглядит немного странно, что токен вынужден отдавать свои токены помимо платы за газ, но во-первых, токен 100xCoin работает на блокчейне Binance Smart Chain, что подразумевает крайне низкие сборы за газ, примерно в несколько центов при простой транзакции. Во-вторых, такая модель уже используется во многих других проектах, например, таких как Dojira, FAG и SafeMars и так далее. Но отличие 100xCoin заключается в том, что у данного токена более разумно распределена сумма данного налога. Если в других проектах обычно половина налога сжигается, а половина распределяется между другими владельцами токенов. Но такая стратегия имеет крайне низкую эффективность, поэтому по факту распределения токенов среди держателей не дает им особых бонусов, а просто дает лишние токены для продажи и как следствие для снижения цены. Вместо этого на 100xCoin 3,5% от каждой транзакции моментально сжигаются, 2% отправляются в пул ликвидности, а остальные 1,5% отправляются на кошелек разработчиков. Таким образом, цена токена регулярно растет из-за очень частых сжиганий, и при этом ликвидность 100xCoin остается постоянно высокой, даже независимо от фармеров ликвидности. И собственно в этом и заключается процесс заработка на токене 100xCoin. Вы просто покупаете один раз токен 100xCoin на децентрализированной бирже и потом просто храните их в своем кошельке, наблюдая за тем, как их цена растет от постоянных сжиганий за счет налогов с транзакций других пользователей. А потом, когда решите, что достаточно заработали, то продаете токены и фиксируете свою прибыль. Но это, разумеется, при идеальном стечении обстоятельств, потому что, как и любому другому DeFi проекту, 100xCoin имеет определенные риски. Никто не может гарантировать, что цена 100xCoin будет именно расти в долгосрочной перспективе. Однако шансы на это могут быть очень высоки. Как минимум потому, что за проектом стоит опытный и знаменитый владелец Ken Crypto, довольно известный в криптосообществе инфлюенсер, который является публичным лицом проекта и ведет регулярные прямые транзакции с ответами на вопросы. Помимо этого, команда будет зарабатывать на свой публичный кошелек 1,5% от каждой транзакции, которые будут использоваться для разработки новых функций у проекта, а также, что не менее важно, для маркетинга и привлечения к проекту новых пользователей, транзакции от которых будут уменьшать эмиссию токенов, повышая его цену и ликвидность. Ну и также стоит отметить, что 100xCoin является по сути второй и более модифицированной версией другого токена под названием ELO, который был первоначально разработкой Enacrypto и команды, а теперь был переделан в 100xCoin. Но если вы все-таки заинтересовались токеном 100xCoin и, несмотря на возможные риски, хотите купить его, то для этого понадобится кошелек с поддержкой Binance Smart Chain, например, такой как MetaMask или Trust Wallet. А сами токены 100xCoin можно будет купить на децентрализированной бирже PancakeSwap после 12 апреля 2021 года. Ссылки же на более подробную информацию о проекте 100xCoin вы сможете найти в описании под этим видео.